Здравствуйте, дорогие мои ребятки! Сегодня я вам хочу предложить сделать открытку-сюрприз. Сюрпризная открытка с Дедом Морозом. Если открытку раскрыть, то наш Дед Мороз улыбается всем вам и поздравляет с наступающим Новым годом, 2023 года. Бумагу А4, сгибаем ее напополам, уголочек к уголочку, ровненько, чтобы наша открытка получилась аккуратной, уголочек к уголочку, и тщательно приглаживаем пальчиком. Затем ее еще раз сгибаем напополам и опять же уголочек к уголочку соединяем. И опять же приглаживаем пальцем. Аккуратненько приглаживаем. Затем раскрываем, смотрим и одну половину раскрываем, а остальная часть закрыта. Смотрим внимательно. Теперь на верхней части с помощью простого карандаша рисуем нос простым карандашом, потому что если что не получится, то можно стереть ластиком. Я беру фломастер, потому что, чтобы вам было видно. И ровно посередине бумаги, ровно посередине, на верхней части половины бумаги, делаем контур носа. Контур носа ровно посередине. Затем рисуем глаз. С правой стороны глаз округлой формы и с левой стороны округлой формы. Также делаем зрачки Деда Мороза. Зрачки, потом мы ее закрасим. Дальше делаем бровки и с правой стороны, и с левой стороны. Затем мы рисуем бородку ровно под носом на верхней части, на верхней половине бумаги. Дальше переходим плавно на нижнюю сторону бумаги. На нижнюю сторону бумаги. Вот такая у нас борода. И снизу пририсовываем ротик. Дальше делаем головку, голова и шапочку. Пририсовываем шапочку смехом, как у Деда Мороза. Смехом. Вот такая вот шапочка с помпончиком. Вот так как у нас Дед Мороз веселый, у него шапка вот такая вот веселенькая. Дальше мы ее раскрываем полностью. И видите, посередине у нас ничего нет. Посередине у нас ничего нет. Сейчас мы простым карандашом также пририсуем бородку. Так как у Деда Мороза бородка длинная, то мы также аккуратненько простым карандашом пририсуем бороду для Деда Мороза. Вот так вот аккуратненько простым карандашом пририсовываем бородку. Вот и все. Теперь у нас, так как следующий год 2023 год, то мы рисуем цифры 2. Вот такая вот у нас двойка. 0. Вот такая у нас, вот такой вот у нас 0 получился. И еще раз двойка, два,
два и три. Цифра три. Вот такая вот тройка. Вот. Теперь мы пририсуем Деду Морозу ротик, как будто вот, когда мы раскроем, наш Дед Мороз будет улыбаться. Ротик, он, зубки видны у Деда Мороза и язычок. Вот такой вот веселый Дед Мороз. Здесь можно нарисовать елочку. Елочку. Можно зайчика нарисовать. Можно елочные игрушки пририсовать. Это зависит от вашей фантазии. Но учтите, рисуем только внутри. На той части, где не видно, где у нас будет сюрприз. Именно сюрприз. Сюрпризная часть. Вот такой вот у меня зайчик бежит, уже торопится. Ножки зайчика. И потом все это вы разукрасите сами, как вам нравится. И наши новогодние чудеса начинаются. Вот. Раз, два, три. Мой рисунок. Вот такой вот получился. Раз, два, три. Волшебство. Начинись. Вот, видите, когда закрыт, когда наша открытка закрыта, то не видно той части, то не видно сюрпризной части. А когда ее откроешь, то уже мы видим сюрприз. Поэтому эта открытка сюрприз.